Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мэйлоу. Сегодня мы рассмотрим форму силиконовую секцию на планшете. Размеры формы 11,5 на 22 на 1,5 см. Материал изготовления – пищевой силикон. Ее можно применять для изготовления космического льда, а также можно делать маленькие текстики для деток, им явно будет очень интересно. Можно сделать маленькие конфетки с шоколада, также порционное мыло. Тоже на сувенирчики. Его применение очень большое. Можно, например, в желе еще. Можно мороженое. Эта формочка пригодится для любой домохозяйки. Вот так смотрится сама формочка. Она мягкая, но дно плотное, поэтому ваши текстики не пригорят. И очень легко их будет доставать. Так же самое касается и мыла. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Хорошего вам настроения. До новых встреч!